24 июля 2023 год. Афоризм у меня на сегодня такой. Вы, конечно, будете смеяться, но, судя по Библии, худшее впереди. Написал я 14 августа 2010 года этот оптимистичный афоризм. Сейчас подумаю, еще какие-то были. Да, еще был «Бога нет и сегодня не будет». Хороший, по-моему, у меня афоризм. Потом был еще в виде диалога афоризм. Верующий, Бог миловал. В диспуте со Всевышним о невозможности его существования легко одержать победу за неявкой противника. А, вспомнил еще один. Если бы Дед Мороз призывал убивать всех, кто в него не верит, у человечества было бы на одну религию больше. Ну, такой, в общем-то, довольно насыщенный оптимизмом сегодня получился сборник афоризмов.